Что, ребят, всем привет, с вами Вархаммер, и добро пожаловать на канал Веди Мультигейминг. Да, не стрим, джоб, как вы думали, ну и да, вы, в принципе, смотрите это видео на канале Веди Мультигейминг. Спустя месяц, если не больше, выходит наконец-то что-то новое на канале, а выходит оно для того, чтобы рассказать, что вообще ждет этот канал, потому что, ну, особо актива здесь, ну, нету, грубо говоря. Ну, если не брать именно стримы, которые я тоже провожу сейчас что-то так пару раз в неделю, но буду сразу сейчас делать это часто, особенно почти через неделю, когда будет выходить World of Warcraft Classic сезон мастерства, о котором мы поговорим чуть позже. Начнем вообще, что будет выходить. Ну, во-первых, это стримы. Да, стримы будут и дальше идти. Изначально я думал уйти именно полностью на Twitch со стримами, а YouTube поставить чисто как платформа, где будут выходить нарезки с этих стримов. Но потом подумал, в принципе, я не особо много чего теряю при рестриме, как бы, ну и партнерки у меня нету, поэтому запрета как такового у меня тоже нет на рестрим. Ну, хотя некоторых это не останавливает рестримить, имея даже партнерку на Твиче. Поэтому стримы на Ютубе, естественно, остаются. Плюс это будет хранилище этих записей. Возможно, в будущем я сделаю отдельный канал под записи для стримов, чтобы вот именно не захламлять канал. Вот, пока что да. Пока что стримы будут захламлять его. Вот. Как я говорил ранее, нарезки. Будут выходить нарезки по стримам. Я буду стараться делать оперативно их. Но я думаю, вы будете сами понимать то, что когда ты и стримишь, и должен делать нарезку в следующий день, это очень сложно. Но я постараюсь, поэтому, да, может быть, некоторые нарезки будут уходить с небольшим запозданием. Но, если смотреть на то, что я стримлю не каждый день, в принципе, это даже неплохо будет. То есть, прямо будет стрим, потом нарезка, если я не буду стримить. То есть, будет какое-то заполнение на канале. Это что касается, что будет, по крайней мере, какое-то время сейчас выходить. По контенту, который будет выходить, это Assetto Corsa Competizione, естественно. И также в скором времени World of Warcraft Classic, как я говорил немного ранее. Также, начиная вот именно с этого дня, как выйдет видео, я запускаю такой донат гол. В принципе, вы видите на своих экранах сейчас. Это что касается вот стримов, то есть что хотелось бы собрать за месяц, грубо говоря. И, соответственно, что будет, если мы достигнем тот или иной гол. Также будут работать разовые донаты, как это было ранее. За 100 рублей можно будет заказать музыку, за 200 насрать стримеру в уши, за 300 рублей устроить фистинг стримеру, грубо говоря, за 500 стать боссом качалки. И, соответственно, также, кто станет топ-донатером этого месяца, он сможет выбрать как угодно любую игру, которую я буду стримить в следующем месяце. В декабре мы выберем дату. И, соответственно, выбрать там какой-нибудь, может, челлендж еще, не знаю, там, с каким-нибудь условием. Не просто там, например, там, пройти какую-то игру, вот, а пройти с каким-нибудь челленджем. Это вот что касается пока что таких банальных, простых донат-голов и то, что будет ожидать там донатеров. Ну и, соответственно, слава, почет, все дела там за донаты. Перейдем теперь к Варкрафту. Думал я это делать в отдельный ролик, но решил надо сделать все, пытаться в один. Итак, два года назад у нас релизнулся в 2019 году World of Warcraft Classic, который я активно тогда у меня стримил, где-то как раз таки в конце августа он вышел, и на протяжении сентября я его активно стримил. Соответственно, история повторяется, выходит сезон мастерства в классике, и я также намерен в него врываться, и очень активно. Если два года назад я ворвался за воина, так как знал, что плюс-минус это хороший мили-класс, но по итогу это вообще самый лучший ДД класс остался, и также это хороший танк класс. То теперь будем врываться за другой класс, это будет разбойник, он же Рога. Тут будет вопрос, за кого мы будем врываться, за Орду или за Альянс. Тут, я думаю, ближе к моменту я выберу уже, потому что помимо ПВЕ я хочу пойти в ПВП. За вара я не особо успел по ПВПшиться, по причине того, что если ты играешь варом, тебе нужен обязательно саппорт, иначе ты как мясо, которое бегает и которое все убивают, кому не лень, особенно кастеры. Соответственно, Роги в этом плане полегче, ему не нужен саппорт, он может все делать почти сам. Попытаемся достичь каких-нибудь высоких ПВП рангов, если получится. И, соответственно, попытаемся достичь каких-нибудь ПВЕ ачивки по типу Iron Man, который... суть которого не умереть во время прокачки и потом во время рейдов также не умирать на боссах. Попробуем это сделать, посмотрим, что из этого выйдет. На Роге, естественно, этого делать не буду. И тут, кстати, еще такой вопрос, пока что я лично не знаю, вроде не, близны не выкатывали. Будут ли ПВП смерти считаться смертью обычной, потому что в противном случае на ПВП серваках сделать данный ачивмент будет почти невозможно. Если только вы не будете влазить из инстов.
только в инстах качаться, и вас будет все время кто-то сумонить сразу же к инсту. Суть силы мастерства также, надо же рассказать. Во-первых, отключат world buffы в рейдах. То есть рейды будут уже немного усилены тем, что у людей не будет доп бафов, которые дают им доп от АП как раз, крит шанс, статы и так далее. По большей части это ударит по милишникам на самом деле, которые теряют очень много от этого. Посмотрим, как сильно роги от этого потеряют. Ну, надеюсь, то, что не очень. Также в рейдах расширили максимальное количество дебафов. Если раньше это было 16, если я правильно помню, то теперь неограниченное. Из-за чего бы теперь всем боссам накинули так некислый хп, тому же Рагнарусу накинули лишний миллион хп. И теперь у него не миллион, а 2 миллиона. Соответственно, за одну фазу его не убить. Теперь придется также бить его сынов. В общем, посмотрим, как сильно изменятся босс-файты, потому что некоторым боссам также вернут какую-то механику, какую-то прикрутят новую. И, в принципе, это интересно будет посмотреть. Игра все-таки станет намного хардкорнее, чем она была 2 года назад. Все-таки. И я думаю, вот теперь многие, кто ныл, что «Ай, все занерфили, ай, как это играть?» Теперь насладятся хардкором во всей его красе. Выходит сезон мастерства у нас 16 числа на 17 в 2 часа ночи, к сожалению. Так бы я, наверное, в первый день же 24-часовой стрим пытался бы оформить. Но из-за того, что это будни, все-таки не каждый может сидеть на стриме full time, ну а в пятницу, субботу это плюс-минус еще нормально. Соответственно, ребят, если вы хотите посмотреть на то, как Струмлер будет качаться, милости просим, стримы будут идти каждый день, буду стараться начинать как можно раньше и стримить по максимуму. Это что касается меня. Ну и, соответственно, да, по Вовке будет выходить нарезки. Ну, как будут выходить, я не знаю, потому что если я буду делать тоже 24-часовой стрим, ну, вы представляете нарезку с такого стрима. Я после него просто умру, грубо говоря, в кровати. И потом еще это все отсматривать, пересматривать, выделять какие-то моменты, очень будет сложно. Поэтому, ребят, если вы будете смотреть трансляцию на Твиче, пожалуйста, делайте различные клипы. Они помогут в том, чтобы сделать нарезку намного быстрее. Ну и для клиперов топовых, может быть, придумаем какой-нибудь, так сказать. Итак, по своим планам я плюс-минус прошелся. По планам Дэна, он мне немного написал, что он хочет делать. Первое, это то, что он хочет делать, продолжить делать. Он хочет делать нарезки по рубрике «Кайсера на прокачку», которой у нас, к сожалению, уже нету. Но, в принципе, стримы еще остались, материала много, поэтому посмотрим, что Дэн сделает. Также он сказал то, что будет в будущем делать карьеру по спортивному симулятору какому-то. Ну, тут он мне уже про это говорит больше почти год. И посмотрим, может быть, это когда-нибудь эта идея пройдет в релиз. Также, ребят, хочу напомнить, почему не уходит контент на нашем канале. Мы с Дэном также параллельно делаем ролики на другой канал под названием StreamJob TV, ссылка на который в описании. Там мы выпускаем ролики в четверг и в пятницу, соответственно, если вы хотите видеть какие-то новые ролики от нас, милости просим на StreamJob, там от нас выходят ролики еженедельно. Вроде все, что я хотел по новостям, я рассказал. Спасибо, ребят, кто остается с нами, не забывайте прожать кнопку лайк, написать комментарий, готовы ли вы смотреть на мучения Струмлера. Особенно, если будут достигаться некоторые донат-голы. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов, видеороликах и, в принципе, новости канала. Ну и подписывайтесь на мой Twitch-канал, точнее, фоловьтесь. Скоро, надеюсь, у нас откроется возможность подписываться на канал за деньги. Вот, возможно, и когда это сбудется, разыграем несколько сабов. На этом все. Всем спасибо и удачи.